Добрый день. Сегодня хочу показать вам женскую сумку Tote американского бренда Guess. Модель выполнена из искусственной кожи, прочного современного эко-материала, внешне неотличимого от натуральной кожи. Кожа приобрела особый зернистый рельеф благодаря обработке на специальных штампах. На такой поверхности будут менее заметны небольшие царапины. У сумки практичная форма. Устойчивое дно позволит поставить ее на любую ровную поверхность. Основное отделение с легкостью вместит в себя планшет, книгу и зонт. Подкладка из искусственной кожи прочная и долговечная. Ее легко привести в порядок. Достаточно протереть влажной тканью. Замок надежно закрывает сумку. При этом легко открывается одной рукой. Внутри есть два дополнительных кошелька. Вы можете вытащить их и носить отдельно или оставить в сумке для хранения мелких вещей. На одном из них есть небольшая металлическая цепочка. Длинная ручка из экоматериала позволяет носить сумку на плече или как кроссбоди. Она регулируется по длине. Модель подходит людям разного роста. Сочетайте эту сумку в стиле casual с платьем и туфлями на устойчивом каблуке. Она также будет отлично смотреться с прямыми джинсами, джемпером, лоферами или кедами. Модель представлена в светло-розовом и черном цветах. Оцените качество вашей новой сумки Guess.